18 на 19 июня в Магадане в устье реки Дукча отметили Хэбденек. Праздник, встреча Нового года по ивенскому календарю, начался с рассветом. Колымчане приняли участие в традиционных северных ритуалах – благодарение земли, зажжение священного огня, кормление огня, встреча солнца. Магаданцев пригласили присоединиться к обряду Делбурге – пройти через священные ворота. Как отмечают представители коренных малочисленных народов, Хэбденек для них – дань уважения культуре. Это очень важно, потому что если не будет своих традиций, своей культуры, своего языка, считайте, что и народа нету. Это одна из основных позиций народа, чтобы люди говорили, люди сохраняли. Очень нравится мне то, что здесь приехали старейшины, и они, у них такое трепетное отношение к культуре и трепетное отношение молодых людей. Традиционно старейшины провели ритуал зажжения священного огня. На Колыме Хэбденек отмечают с 1997 года. В этом году в празднике приняли участие 8 стойбищ. Это представители коренных народов не только из городских округов, но и области. Приехали с детьми. Молодое поколение должно знать свою культуру и фольклор. Сейчас приехал на праздник со своими детьми. И я надеюсь, что я буду с ними участвовать, и у нас будет все хорошо. И также у нас, как везде, Яковлевна возле костра. Также на празднике желающие могли познакомиться с региональной выставкой декоративно-прикладного творчества «Нёлтен». На ней были представлены предметы быта, обереги, амулеты и другое. Кроме того, гостей угощали национальными блюдами коренных народов Севера – ухой, бутербродами с икрой и мидиями, пирогами и ароматным чаем. Также магаданцы смогли попробовать оленину по ивенскому рецепту. Как отмечают колымчане, им было интересно окунуться в культуру этого народа. Приехала просто посмотреть, походить в костюме, прочувствовать всю эту прекрасную атмосферу, как люди его отмечают. Мне очень нравится этот праздник, потому что, это поддержание традиций. И представители коренных народов, и гости праздника вместе исполнили танец «Хэдэ». Так дружно и встретили солнце. Завершился праздник национальными спортивными соревнованиями – перетягивание палки и северная борьба.